Добро пожаловать в светлое будущее. Мир, где почти нет мужчин, а значит, нет и проблем. Доброе утро, Рада. Впереди замечательный день. Твое платье готово. Ты проснулась? Не опаздываешь? Мам, мне уже 50, может, хватит? Послезавтра дома. После-послезавтра тоже дома. Привет, Рада Еленовна. Так, подруги, от автобуса не отходим, силовое поле не покидаем. Приматы опасны и дикие существа. Мы для них как обезьяны в зоопарке. Приматы – это особи мужского пола, которые предпочли строить свое общество. Но без женской мудрости, разумеется, сразу одичали. Ворон, едет! Кукарача! Зацените туфлю! Крокодил! Дикари. Приматы. За наш новый мир! Без запретов и правил! Без суда и закона! У Рады был слюнообмен с приматом. Объявлять чрезвычайное положение. На последнем референдуме заменили этот термин, чтобы не травмировать психику подруг. На что заменили? На очень неприятную ситуацию. Ну так объяви ее. Секс должен быть с мужиком.